творение посвящено посвящение АМ и АМ. Ну, я чтобы не мучить, просто объясню, в чем смысл стихотворения. Прекрасный новосибирский поэт, на самом деле, увидел очень много от него, это Анатолий Матковский, АМ, и Антон Метельков. Анатолий Матковский написал, ну, вернее, как и была, уже не написал, была издана книжка «Чемодан». Ну, а Антон издал книжку «Футляр». Стихотворение. С чемоданом и футляром я влачусь в центральный парк. Там сейчас гуляют пары, выдыхая ртами пар. Я приду, займу скамейку или лавочку займу. И не подберу копейку, а десятник подниму. Закурю о чем-то вечном и открою чемодан. Чуя, как крылатит плечи рифма, коих никогда. А потом футляр открою и, ныряя с головой из далеких непокоев в беспардонный беспокой, я подумаю недаром и почувствую, не зря я влачился по бульвару с чемоданом и футляром, с недосыпа, с перегаром на гуляющие пары зенки красные хмуря. И слово в этой песенке, что запевает вечерами бабушка, ты видишь, как шатаются колесики и облачные сонные карабушки. Спускаются по тонкой лесенке, за икры схватишься и в море падаешь, провалишься, но снова этой песенки не вспомнить, как погаснет крабушка. И соберутся у кровати крестники. И плакать начинают камушки, когда по ним не стукнут в ступе пестика. Когда уж нет ни рабушки, ни бабушки. А вот, ну и вообще, на удивление понимаешь, что достаточно много прожил, много друзей, поэтов уже нет.